Жуткая трагедия в Гагинском районе. Там 38-летний мужчина устроил в квартире газовую камеру для себя и собственной матери. Он связал пенсионерку и пустил газ, после чего и сам несколько раз попытался покончить с собой. Тревогу забили соседи, которые несколько дней не видели пенсионерку и ее сына и почувствовали запах газа. Он ее рот завязал, руки связал, ноги связал, лежал на полу голый, вот так. А он лежал на диване в трико и весь истыканный. В квартире были обнаружены трупы хозяев. Женщины 63 лет и ее сына 37 лет. Тут веревки висели на двери. Сам, видимо, хотел повеситься, но, видимо, себе сердце сковал. Он был маленький, в школу не ходил, его придавило бревном, он после этого заикался. Ну, он немножко больной был. Кто? Сын. Я их всегда видела вместе, они всегда улыбались, всегда вместе работали на огороде. Всегда у них все было мирно, тихо, хорошо. И то есть вот такой вот случай, мы все прям поражены. Кстати, как сообщают информагентства, по одной из версий, между матерью и сыном произошла ссора, после чего мужчина решился на убийство и суицид.